Друзья, всем привет, с вами Яков, и в этом ролике я вам покажу, где можно найти мирового босса песчано-каменного голема. Итак, чтобы его отыскать, вам потребуется библиотека Золтункула, и там вам надо отправляться на северо-восток карты. Ну и там, безусловно, в определенный момент времени будет появляться этот босс. Голем, которого вам надо уничтожить для того, чтобы получить руну для сокровищницы Харадримов. Вот босс, а вот и битва с ним. Charging. Death is patient. Still recharging. Give it more time. That ability must recharge. I must wait, it seems. Still recharging. Not yet.